хорошую музыку принято слушать. Но JBL меняет сложившиеся стереотипы. С новой портативной колонкой Pulse любимые треки можно еще и смотреть. Необычный гаджет гарантированно привлечет внимание на любой вечеринке, ведь корпус устройства светится всеми цветами радуги в такт со звуком. Завораживающее зрелище. Цвет, режим и интенсивность LED-подсветки можно менять в зависимости от настроения. Вот эти сенсорные клавиши отвечают за цветовую гамму, эти за яркость свечения. Между ними есть кнопка для смены рисунка свечения, она же используется для полного отключения подсветки. Рядом расположились кнопка для установки и разрыва Bluetooth-соединения с источником звука, а также кнопки для регулировки громкости. Изменение уровня громкости отображается на LED-панели. Шкала белого цвета растет или уменьшается. Отличная визуализация. JBL Pulse достойна внимания не только благодаря цвету музыки. В этой небольшой колонке разработчики уместили все актуальные технологии и функции. Гаджет поддерживает беспроводное Bluetooth-соединение со смартфонами, медиаплеерами и другими источниками музыки. Наличие NFC-модуля делает сопряжение с проигрывателем еще быстрее и удобнее. Достаточно просто приложить совместимый смартфон к корпусу JBL Pulse. Не обошлось и без обязательного для современных устройств 3,5-миллиметрового аудиоджека. Так что можно подключать колонки и источники звука, которые не поддерживают Bluetooth. JBL Pulse – это по-настоящему компактный и удобный гаджет. Колонку можно без труда переносить из комнаты в комнату, брать с собой на природу или выездные вечеринки. По своей форме корпус напоминает бочку, которую можно поставить на торец или разместить горизонтально. Ну и самое важное, работает устройство от встроенного аккумулятора и не требует постоянного подключения к розетке, что обеспечивает полную свободу в выборе сценариев использования. Зарядка батареи производится по USB. В комплекте есть универсальный блок питания с вилкой американского типа, к которому прилагаются две сменные насадки для британских и европейских розеток. Таким образом, зарядить JBL Pulse можно в любом уголке мира. Куда бы судьба ни занесла, яркая музыка всегда с собой. В результате детище инженеров JBL выглядит очень достойно. Здесь и удобный форм-фактор, и полная независимость от типа розетки, и поддержка беспроводного соединения, и удивительная LED-подсветка, которая поможет по-новому взглянуть даже на самые заслушанные композиции. Подписывайся на наш канал, ставь лайки, оставляй отзывы к обзорам и товарам на сайте интернет-магазина «Связной». Нам действительно интересно твое мнение.